предлагаю Денису становиться еще лучше. И прямо сейчас его увидим. Я раз, два, три, я все понял. Marvin, can I ask you? Marvin, yeah, okay. Will you take on the gloves today or not? Okay. Я просто спросил, будет ли сегодня спайн. We don't want to show our secret. Okay, so you will make it 3 days later. From Kazan. Привет, коллеги, привет, Мария, привет, Илья. Да, мы действительно находимся на открытой тренировке боксеров, которая проходит в одном из фитнес-клубов Москвы. Находится это в Строгино. Действительно, сегодня будут принимать участие в тренировке и Александр Поветкин, и его будущий соперник Мариуш Ват. Но случится это чуть позже, сейчас. Thank you.